Добрый день, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на нашем втором уроке. Я решил чуть-чуть более детально сфокусироваться на аналитике, да, подбора ключевых слов. Поэтому решил вам показать инструмент внутри Авито, который доступен тем, кто зарегистрирован как компания, либо у кого расширен или максимальный тариф. Давайте с вами посмотрим, как вся эта история работает. Да? Заходим в Авито. Так, секундочку. В аналитику зайдем. Вот. Нашли мы аналитику спроса. Давайте вот внутри, уже я уже в своем аккаунте. И давайте смотреть, что нам нужно зайти. Нам нужно найти такую вкладку, как «Аналитика спроса». После этого зайти в поисковые запросы и вбить вот такой ключевик. Дальше мы выбираем у нас населенный пункт по всей стране, да? Списание долгов. Видим то, что вот у нас списание долгов по всей стране 1386. Да? А дальше давайте банкротство физических лиц, да, 2998, потом просто банкротство, юрист по банкротству, давайте, вот, 251, списание долгов, банкротства без предоплаты, вот такой еще ключевик, с вами посмотрим, нет, видим то, что его люди не смотрят, давайте еще списание долгов по кредитам. Видим то, что 143. Итого мы понимаем, что у нас самый релевантный запрос — это списание долгов, банкротство физлиц. И просто давайте банкротство. Запишем банкротство. Вот, у нас 5410 запросов. То есть у нас самый яркий ключевик — это вот как раз-таки и есть банкротство. То есть вот что это значит, да? Что вот эти вот все слова нам нужно вписать так же, как и в название объявления, также и обязательно по максимуму все их вписать в наше описание, в description. Для этого мы как раз-таки и анализируем всю эту историю. То есть чем больше мы ключевиков запихиваем, тем чаще мы попадаем в выдачу. Да? Вот эту вот всю историю зафиксировали. Давайте теперь запишем это все к нам. Description, аналитика спроса, да? Списание долгов, дальше банкротство физлиц, дальше юрист по банкротству. Юрист по банкротству. Дальше списание долгов по кредитам. 141 человек. 143 запроса. Списание долгов. Банкротство юрлиц сейчас еще можем воткнуть сюда. Просто банкротство. Банкротство. Физических лиц мы это делали, да? Банкротство физлиц. Банкротство юридических лиц. То есть это достаточно редко запрашивают, да? Но в целом могу сказать то, что в банкротстве юридических лиц денег хоть отбавляй. Вот, поскольку чаще всего это там заводы парохода делают. Так, лиц. Вот, все, в целом выписали себе 2, 4, 5 самых таких интересных ключевиков. Вот, поэтому, собственно, с ними мы и будем работать. Да, как работает вообще в целом аналитика спроса?
это выдача, да, давайте посмотрим с вами по Москве, допустим, да, сколько запросов. Видим то, что по Москве у нас 310 запросов. Посмотрим, у нас, допустим, Дагестан, который нам нужен. Дагестан. Я не понимаю, почему не работает. Ладно, я потом вам эту историю все покажу. Итак, мы с вами увидели, как вообще подбираются в целом у нас слова для выдачи, да, то есть слова для того, чтобы мы составляли из них как раз-таки наши названия объявлений, тайтлы и описание, description. Вот, таким образом собираем полностью все, и вот сейчас в следующем ролике мы как раз-таки с вами и будем делать уже полностью объявление. Я покажу свою стратегию, как я это все составляю, так что следите за тем, что будет сейчас у нас в следующих роликах. А также подписывайтесь на мой канал, на Нельзяграм, или как там его правильно сейчас называют. И следите, я много полезных, интересных советов даю, не только по Авито, но и в целом по бизнесу, по систематизации бизнеса и остальным. Также у нас есть полноценное обучение, кто хочет создать свой бизнес в разных направлениях по системе дропшиппинга, чтобы можно было работать удаленно из разной точки мира, из разных точек мира, не знаю, из разных стран. Вот. Поэтому тоже можете заходить, смотреть, много чего полезного точно я вам там расскажу. Итак, все, удачи. На следующем уроке мы вам расскажем, как делать тексты для объявлений классные. Все, удачи!